Приветствую всех у меня в гостях. Сегодня в рубрике «Полезная и вкусная еда» цветная капуста. А в конце этого видео я расскажу вам о пользе этого прекрасного и вкусного овоща, а также поделюсь полезным советом. А знаете ли вы, что цветная капуста низкокалорийная? На 100 грамм продукта всего 25 калорий, 2,5 грамма белков, жиры 0,3 грамма и углеводов 5,4 грамма. А знаете ли вы, что цветная капуста содержит сульфорафан? Это противораковое вещество. В замороженном виде цветная капуста не теряет своих полезных свойств. То есть при глубокой заморозке все полезные вещества в ней остаются, так же, как и в свежем виде. Цена замороженной капусты в разы меньше свежей. За килограмм свежей капусты я заплатила 2 евро 49 центов. А за килограмм замороженной капусты я заплатила 1 ойра 69 центов. То есть разница 80 центов. Ну а в конце видео пару полезных советов. Как правильно выбрать и хранить цветную капусту. А сегодня у меня быстрый, вкусный, полезный, низкокалорийный рецепт из цветной капусты инута, который содержит на одну порцию всего 290 грамм килокалорий, а также 10 грамм белка, 19 грамм жира и 17 грамм углеводов. Согласитесь, отличный рецепт для тех, кто хочет немного подкорректировать свою фигуру к весне. Очищенный имбирь натереть на мелкой терке. Нарезать лук на кольца. У помидор удалить сердцевину. Нарезать четвертинки на небольшие кубики. Свежую или замороженную капусту нарезать на небольшие кусочки. В сковороду наливаю масло и опускаю нарезанную капусту. При термической обработке капуста, конечно же, теряет свои полезные свойства, но не становится менее вкусной. Буквально через 10 минут к капусте добавляю нут. Натертый имбирь и карри. И буквально еще через 5 минут добавляю зеленый лук и помидоры, черный перец, соль. Дать все прогреться 2 минуты. Блюдо готово. Подавать это блюдо лучше всего с обезжиренным низкокалорийным йогуртом. При покупке свежей капусты вы должны обратить внимание, что листочки должны быть свежие. А также капуста должна быть достаточно упругой, без видимых пятнышек или повреждений. В замороженном же виде каждое соцветие должно отделяться друг от друга. Капуста не должна быть обледеневшей и собранная в один кусок. Это говорит о том, что она уже была разморожена. В свежем виде капуста хранится в холодильнике от 8 до 10 дней. А вот замороженная капуста хранится очень долго. Ее можно хранить в морозильной камере от 6 до 8 месяцев. Ну а на сегодня все. Оставайтесь здоровы! Не забудьте подписаться на канал, оставить ваш комментарий, поставить лайк. До новых встреч! Пока!